Всем привет, друзья! Всем добрый вечер! Вы на канале Сельчанка в Америке. Сегодня, смотрите, пришли мне посылки. Это купил мне их муж мой. Это посылки такие, которые кто-то заказал. Мы не знаем, что в них. Кто-то их заказал здесь в Америке, и мне понравилось, и они отправляют обратно. Или что-то там не подошел размер или цвет. Ну, знаете, не нравится и все. И они отсылают обратно, им возвращают там деньги, или они просто меняют что-то на другое. И эти уже вещи, они не продаются как бы снова, потому что они уже были у людей. И что они делают? Этих вещей очень много, знаете, так, ну, много возврата есть. Потому что очень сейчас много закрылось магазинов за эти прошлые два года, два-три в Америке. И эти много людей очень стали покупать на интернет. И очень много людей стали покупать вещи на интернет. И так они возвращаются, и их собирается очень много. И что они делают? Они берут, собирают в такие коробки вот и выставляют на интернет. Эти же самые магазины, допустим, и продают. Например, эта коробочка купил муж за $50, если я не ошибаюсь, друзья, но мне кажется, 50. Она такая легкая, смотрите, уже этим ножом. Легкая эта. И так. Это тоже немножко так тяжелее. То мы не знаем, что здесь, и сейчас будем открывать, друзья. Мне даже самой интересно, потому что это первый раз. Мы так решили, а вдруг что-то будет классное, знаете. Я в одном видео рассказывала, как есть такие большие поддоны. Они продаются там, но там пишется, что, например, электроника. То такие поддоны по 450, по $500, ну там они большие. То можно и выиграть, знаете, купишь, а там, например, или компьютера, или телефоны. О, какая-то, даже не знаю, что. Вау, кейс какой-то. У кого такой телефон? Ни у кого, да? iPhone AP+ 6. А ну, Марика, посмотри, вот такой. Кейс, не знаю, на какой телефон. А смотрите, как красиво все сложено, друзья. Так, что-то... Мирося, посмотри, чтобы близко камера была. На посылку направь. Так, дальше, друзья. Здесь что-то такое. Как же интересно прям. А представьте, как интересно, когда приходят посылки с Америки в Украину, да? Так, здесь это будет какая-то шторка, потому что вот есть такие присоски. Это что такое у нас идет? Это... О, Мирося! Это же прическу делать, мейкап делать. Смотри, классно. А зачем? А эти штучки как? А это на... Вот сюда? Ну, на такое, чтобы, да, чтобы цеплять его, видите? И это будет такой пластик даже для стрижки. Здесь на липучке. Вот такая накидочка. И я вижу, еще одна такая есть. Неплохо. Это, например, нам нужно, потому что тоже Давида муж стрижет. Мирося, нужно, чтобы ты научилась Давида постригать. То это тоже такая, то же самое. Я ее не буду открывать, она тоже самая. Мирося, хорошо там видно, да? Так, здесь у нас идет для какого-то планшета или для компьютера книжка, видите? Это папка, это папка. А, это папка, да? Ну, посмотрим. А вот какая. Нет, Марика, это для компьютера. Смотри, сюда вставлять. А, так, ладно. Ага, видишь? И вот резиночка здесь. Ну, no, iPad. У нас такого нету маленького, да? А, не, нету, друзья, никакой эмблемы, ничего. С какого магазина, оно не знаем. Так, дальше идут
iPad, да? Дальше вот какие две маленькие, это какие-то видео, ой, да. Те игры, да? Ага. Эти такие просто кейс, ну я не знаю. Да, да, ну короче, ничего, мусор. Да. Так, какое-то зарядное устройство. Падает. Не знаю, что такое. Так, по-быстренькому надо. Вот, просто не знаю, к чему оно, что оно. Давид разберется с этим. Это то же самое такое. Варенька, для собачки топики. Представь, но уже у нас собачек нету. Так, Марика, ты должна поискать, сколько они стоят, знаешь, чтобы нам знать. Мам, смотри. Мам. Валерик наш. О, да, это на большие. А ты Рексу оденешь? Он не будет ходить. Он не будет. Он упадет у них. Смотрите, какие классные. 8 размер. Здесь резиновые. Хорошо видно, Мирка? И вот здесь. Это классные такие. Ну... Наш Рекс не захочет. Так. Угу. Так, это просто... Это тоже что-то такое. Коробочки. Ой. Это что-то для птичек или что? Смотри, даже не знаю, что. Ну, Марика, посмотри, это такая же самая коробочка. Не знаем, что такое. Просто какая-то резиночка такая вот. Оно, две их, видишь? Угу. Короче, это тоже мусор. Так, дальше мне интересно. Так, здесь маленькая, очень хорошо сложено. Это что-то музыкальное. Так, две батарейки и... А что, это что, такие весы маленькие, Ярослава? А, да, скидывай. Ну, это такие малюсенькие весы, вы представляете? Это, я не знаю, какие даже миллиграммы, да? Ну, интересные. А ну, посмотри, сколько тапочки стоят, Марика. Ну, посмотри на Амазон за день. Так, здесь у нас идет какая-то большая коробка, но легкая. Нарисовано вино. Открыть-то тяжело. Да. Друзья, эти тапочки собачьи для собачек от 20 до 30. А ты именно такие нашла? Ну, вот здесь кожа, Марика, а здесь резиновый есть. Да? Кожа. $20-30, друзья. Ну, посмотри, сколько... Вот такие или нет? Красные. Так, это у нас идет, я так поняла... Это сюда наливать вино. Так, смотрите, друзья, я вот сделала так, как здесь на коробке. Здесь нарисовано вино. Стаканчик здесь стоит. И сюда наливать вино. Что оно делает, не знаем. Не понимаем. Вот здесь есть такая штучечка. Здесь такие... Оно так нажимается... Вот. Может быть, открывать вино, да, бутылку. Там ножики, ножики. Здесь ножики очень острые. Мы Марика посмотрела на... Как ты вставляла, Мирусь? А, вот так. На интернет, друзья, то такая одна штучка от 50 и выше долларов. 50, 60, 70 есть. Мам. Вот. Ну, девочка наша. Так, то это вот такая штучка. И таких, я вижу, у нас две есть их.
Я потом достану, потому что не могу. Так, какое-то зародное устройство, какие-то переходники или что. Вот, я даже не буду открывать, потому что я... Ну, что-то такое, какие-то резетки-то. Так, здесь... Красавица. Красотулька. Тоже. USB. Что оно такое? Что-то такое мужское, электроника. Там разберутся наши клипсы. Так, это какой-то iPhone 7. Кейс какой-то. Это, кейс, Марика. Смотрите, какой из давности, да? Может быть, уже таких телефонов нету. Нет, конечно, нет. А кейс есть. Так. Марика, посмотри цену вот этих штучек. Сколько стоит на интернет. А весы маленькие. Ты посмотрела? Быстренько. Так. Вот две коробочки тоже для вина, друзья. Да. Но я вам скажу, аккуратненько так собрано, да? Все. Тоже вот что-то такое. Какое-то для вина. Тоже это самая же фирма, что и на этой коробке. Вот. Не знаю, как оно, что оно. Уже придумала, да? Так, а мы обратно его положим сюда. То, например... 25. Да, друзья, те маленькие веса и весы... $25. Посмотрите, эта коробка одна стоит $50, да? То вот эта штучка, ну, конечно, я бы ее не покупала, она мне не нужна. Она стоит $50, то уже можно сказать, если оно кому нужно, то уже ты вернул, ну, посылку. То нам таких две, допустим, да? Это уже здесь, вот, допустим, $100. Затем собачьи... Сапожечки, топики уже от 50. Не, от 30. 25-30, да? Да. Да, это уже $130, друзья. Затем маленькие те весы 25. Угу. Это уже $155. Так, и посмотри, эта штучка сколько. Это тоже две штучки таких вот для вина. Что-то оно. Ну. А это столько таких этих книжечек для планшетов, для чего, знаете? Вот, смотрите, какие тоже для... Да. Это сюда, это вынимать, а сюда вставлять. А ну. Сюда, да? Синька штучка. 35. О, да, смотри. А, ничего. Ой, да, на 15. На попробуем. Мы просто попробуем, Илюся. Да, вот это подходит. Видите, это у нас такой есть. И вот такая книжка. Такая... 15. Эта штучка, друзья, $15. Сколько у нас там было? 155, да? Ага. Еще 15. А вот эти книжки сколько? Может быть, где-то... И таких у нас вот 4 штучки. Марика, посмотри, сколько. Вот. 2 розовых. Ну, нам подходит наш так, вот такой. И 2 зеленых. И еще та одна. Ну, короче, эта посылка у нас вернулась. Даже этими двумя штуками. Так. Следующее, друзья. Что ж здесь? Хотя бы не то же самое. Ну, я могу сказать, 10 до 20. Да. Yeah. Да, эти книжечки от 10 до $20. Это кейсы. А, да.
это как кейс на телефон. Okay. Так, что у нас здесь? Какая-то. Верочка, хорошо видно, чтобы хорошо видно близко было. Покажи мне. Да, диску уже. Работает, да? Так, это тоже для компьютера тоже кейс, видишь? Это такой мягкий. Я думаю, этот будет дороже, Марика. А ну смотри. Просто напиши кейс и все. Давай. Так. Дальше. Это силиконовый такой мах. Я думаю, это мне на кухню, чтобы ставить что-то горячее. Потому что здесь пишется для горячего. Такой силиконовый коврик, знаете. Миску, сковородку, может быть, нет. Вот так. И опять снова, смотрите, эти штуки, они ложат на каждую посылку, наверное. Это те такие плащики, которые... Чтобы стричься. Салон. Так. Это ручки. Валерка, гномик. Это не бесплатно, гномик. А, это не ручки. На телефон. Знаете, такие вот место, чтобы пальцем не делать, то вот так. Кто же будет делать? Никто. Тоже. Это, можно сказать, мусор. Так. Это вот такие в машину вставлять, чтобы зарядное устройство. Видите, 4 штучки вот таких. Я сейчас открою. Хорошо, Мироса, видно? Это как в машине едешь и вставлять. Там есть такое отверстие, а сюда зарядное устройство и заряжать телефон. Ну, не сады. То я не знаю, сколько оно. Так. Это что-то такое. Это какое-то такое устройство, друзья, убивать бактерии. Как оно, что? Ну, сюда нужно вставлять батарейку. Здесь есть как градусник какой-то. И оно пишет, что можно в туалет. А, у нас светится. Ага. У нас светится и вы бачите. И что? И так и будет убивать бактерии? Ну, просто вы будете бачить до чистой. Да. А, ну, тоже минус. То 3 штучки вот таких. 8, 17, 20. Да. От 8 долларов. Ну, возьмем самый дешевый, 8, да? У нас 3. И куда? Так. Это то же самое. Это такой коробок, как и в той посылке был. Так, какой-то гейм, игра какая-то. Просто вот переходник какой-то. Так. Ой, смотрите, сколько вот этих таких зарядных. 4, как в той посылке было одно, да, то здесь 4 штучки. Те же самые, ну, не знаю. Так. Дальше. Тоже какая-то коробочка такая синяя. Что же у нас здесь? Так. А ну, Марика, что это такое у нас? Или колонка какая, или что? Да, что-то вот колоночка маленькая, видишь? Нажимать. Ага. А ну, Марика, проверь, сколько эта штучка стоит. Так. Вот опять маленькие, друзья, весы. От 0,05 грамма. Смотри. Ящик один сколько стоит? Да, наш папа, друзья, приехал как раз на посылке. Один ящик, ты говорил, стоит 5,50, да?
Верочка, хорошо видно, что я показываю? О, это пахнючка. А, туда покупай, да. И оно будет брызгать. Yeah. Да, как дезодорант. Вот какие маленькие, смотри, какие весы. Это что будешь взвешивать? Так, то эти весы $25. 59,99 одна. $60 одна посылка. За покупение за них 119,98. С пересылкой. Пересылка бесплатная. Фри, да? Да. Короче, $120 он заплатил. Снова опять какое-то какое-то устройство зарядное. Так, дальше. Дедный приезжал? Приезжал. Ручка? Да. Зеркало, друзья, такое. Ну, это нормальное зеркало. Вот. Марика, проверяй, сколько стоит. Новые вещи чисто. Да, новые, красиво все запечатано, да. Супер, да. Вот там писали, вы, что вообще у нас будете покупать после этого. Угу. На батарейках, не в резетку, не электрической. И это такое, вот, увеличивает и маленькие. Классные, это в туалет на столик поставить. Маленькая посылочка. Да, маленькие, легенькие такие. Вот эта штука, смотри, это для вина, я не знаю, что. Это стоит от $50. Ну все? Да. Да. 50. Это зеркало? Да. Вау, друзья, это зеркало стоит $50. Конечно, бы я его за $50 не покупала бы. Но уже одним зеркалом, например, вернулась посылка, да? Так. Так, дальше. Еще одна коробочка есть. Зарядное устройство. Ставить телефон и часы, Мирося, как у тебя в Давида заряжать. Супер. Так. Проверяй, Марика, сколько стоит. Это телефон заряжаю и часы сразу. Ага. Это для часов. Ну, наверное, часы, Мирося. А, хорошо так запечатанное, да? Вот такое, друзья. Опс, открыла эту штучку. Да, вот так. Это телефон сюда, видишь? А часы? А часы сюда. И может быть оно там прикручивается, да, видишь? Сейчас Марика скажет, сколько оно стоит. От 20 до 60. Да, от 20 до $60. Да, я посмотрю, как вот. И опять такие же самые эти книжечки, да, для, как кейс для телефона, это для iPad, да. Ну, кому-то, может быть, кто-то. Опять эти коробочки маленькие такие. Так, уже могу понять. И это что-то, чарджер какой-то тоже, USB, что-то такое. Это в машину. Так, Марика, проверяй, сколько это стоит. Это тоже какое-то, друзья, зарядное устройство в машину для телефона вставлять. Да, вот сюда идут шнуры. Что-то тоже такое. Сейчас Марика скажет, сколько оно стоит. Ну, может быть, Давид будет пользоваться. И последний у нас коробок. Так. Вау. Смотрите, что это так столько много. Маски. Зачем? Ну, я зачем? Да.
Вот такие, друзья, маски одноразовые. Ты записал new owner transfer. Вот. И вот сколько их. Ну, конечно, эти маски даже на бесплатке у нас бесплатно раздают. Так что вот так. Сколько Марика тут за одно? Это? Да. Это зарядное устройство в машину, друзья. От 20 до 30 долларов стоит на интернет, чтобы его купить. Ну, я бы его не покупала. Так. Короче, вот такие, вот такая посылка. За 100 долларов это все не стоит, наверное, да? Да, 100 долларов мы, 120 ты заплатил за посылку. Оно того не стоит. Просто так. Ну, все то, что я бы его не покупала, оно мне не нужно. Лучше всего мне понравилось только это зеркало. И все, сколько оно? 50, да? А так, еще вот такие штучки, 4 штучки, это как стричься, видишь? Ага. Ну, то это будете пользовать. Вот так. Ножки карточные. А так все такое остальное. Ну, может быть, кому-то вот эти штучки нужно будет отдать, кому надо. А если нет, то на бесплатку завезу, да. Люди разберут. Так что вот так, друзья, вот такие наши покупки, которые мы не знали, что там у них. Всем спасибо, друзья, за просмотры. И всем пока-пока.